Всем привет! Сегодня посмотрим плюсы и минусы жилого комплекса «Весенний». С вами Моисеев Сергей. Поехали! Жилой комплекс «Весенний» сдается в конце 2026 года. Квартиры будут сдаваться в черновой отделке. Минимальная площадь – это 42 квадратных метра за однокомнатную квартиру. Ориентировочная цена на сегодняшний день – 190 за квадратный метр. Жилой комплекс будет состоять из трех башен – 23, 31 и 17 этажей. Это будут монолитно-каркасные дома с подземным паркингом. Будет закрытая территория, квартиры будут сдаваться без балконов. Из плюсов это расположение. Жилой комплекс расположен на пересечении улиц Братьев Кашириных и Салавата-Юлаева, сердце северо-запада. В этом микрорайоне будет большая массовая застройка. Тут появится жилой комплекс «Видный 2», «Клевер» от «Икара», тут появится «Белый рынок», «Аквапарк». Также из плюсов удобные планировочные решения. Из минусов это высокая цена, черновая отделка, сдача дома, то есть конец 26 года. Если вы хотите получить презентацию по этому жилому комплексу, вы можете написать мне в личку, ссылка ниже под этим видео.